Я не дам тебе монетку. Даже не смотри. Не смотри на меня так. Нет. Нет! Не дам я тебе монет. С добрым утром, Фредди. Не навернись. Блин, ну я ж тебе сказал! Фак показывает. Да, сзади пацан, смотри. Пацан сзади угорает. Что? Как он это сделал? Он гребаный маг-чародей! Он поменял цвет шляпы на фиолетовый! Привет! На фоне плавает спринтрап, а это значит, что сегодня мы посмотрим еще несколько смешных выпусков по FNAF от Purple Mascota. Будет весело и интересно, поэтому заводи как можно больше лайков прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали смотреть и угорать. Будто выплыву, я будто выплыву. Спринтрап пловец у нас. Назад, боевые зайцы, или я убью президента! Ты же сказал, что больше не суешь бомбы президентов. Да, я соврал. Зашибись. Взорвал президента. Ну, бывает. Я иметь убить. Нет, ты чё? Нет, этот... Пресс shift to run, right click to talk, now you should run away from the door. Бежим! Надо бежать! Куда бежать? Куда? Быстрее по красной кровавой дорожке. Мы бежим за получать. Это же Куплинов, да? Наверное. По-моему, это был Куплинов, если я ничего не путаю. Напишите в комментах. Прыжок, великий прыжок Хелпи. Кто этот чел? Давай, Хелпи, покажи в смысле, в черную дыру? Не надо прыгать в черную дыру, Хелпи. Ты дурачок. Так. Это надолго, да? Ну, можно пока чай попить сходить. Покушать сходить. Поспать можно, пока он летит. Это надолго. Сломал жопу. Ну, а я чё? Минус Хелпи. Не, это было угарно. Класс, Сквидвард, ты закончил. А что ты пожелал? У меня одно желание, чтобы жители Бикини-Боттом перестали, наконец, обращать внимание на абсурдную ахинею, которую ты перманентно пытаешься нам внушить. Знаешь, Сквидвард, может, Санта мне пришлет словарь, чтобы я мог понять, что ты сейчас сказал? Ля уделал! Спанч Боб рулит. Хорош. Уточки. Так, аниматроники сходят с ума, но это нормально. Майнкрафт. Чё, блин, происходит? Ну нормально, Фокси спел, чё, бывает. Назад, боевые зайцы, или я убью старушку. Ты сказал, что больше не суешь бомбы в старушек. Я врал. Я Бонни, походу, решил всех взорвать. О, снова упоротый Ultimate Custom Night. Я не дам тебе монетку. Даже не смотри на меня так. Нет. Нет! Не дам я тебе монет. О, марионетка. Что-то корзина упарывается потихоньку. Так, ну-ка, что у нас кремаки? Курица. Там опять табличка, да? Опять, ну конечно! Конечно. Будто выплыву. Это же танец мистера Крабса. Подпеваем! Все подпеваем! Мистер Крабс! Оу, мистер Крабс! Че за трэш? Ну че, не скач. Так, все, мистер Крабс сошел с ума. Полный трэш. Будто выплыву я. А вообще бывают нормальные выпуски или... Ну это Fortnite. Правда, Фредди что-то кривовато танцует. Ну вот так лучше, да. Что происходит? Ха-ха-ха!
Да ё-моё. Бонни, успокойся. Можно похлопать. Можно похлопать. Я будто бы плыву. Ага. It's gluten-free. По-моему, эта пицца не настоящая. А Хелпи насрать. О, выступление! Скрэп-трапа. Опа. И прямо в ад. А это еще что? Это Гордон Фриман? Нет. Это не он. Fortnite 2 никогда не выйдет. Будто бы плыву. Это как, знаешь, Half-Life 3 никогда не выйдет вот так же. Я не хочу больше быть толстяком. Вкусно? Будто бы плыву. Это был шоколадный пистолет, наверное. Опять упоротость пошла, да? Смотри, что ты ржёшь? Ой, зашибись. То есть он угорает над Скрэп Бэби, да? Все, минус. Минус, Фредди. Смех продлевает жизнь, но не в этом случае. Фредди просто умер от смеха. Зашибись. Будто бы плыву, я будто бы плыву. Ай, блин, Фокси упоролся. Кто же разбудит Фредди? Будильник, марионетка или петух? А, он сам, ну ладно. Я думал, кто-то разбудит. С добрым утром, Фредди. Не навернись. Блин, ну я ж тебе сказал! А ему нормально. Это еще что такое, блин? Типа это мило? Что за махач дикий? Здесь голова Чики напала на Фредди. Очень интересно. О, это уже крипово. Это уже крипово. Тут должно быть что-то страшное. Скример. Да? О! Вот это туса. Вот в такой FNAF я бы поиграл с такими аниматрониками. Если бы ты тоже, то напиши. Боевые зайцы! Серьезно. Я убью этого ребенка! Ты сказал, что больше не сунешь бомбы в детей. Но почему ты продолжаешь мне верить? Бонни уже всех взорвал в этом выпуске. Отлично. Прикольный был выпуск, мне понравилось. Надеюсь, тебе тоже. И ты уже поставил лайк. А мы переходим к следующему выпуску. Не забываем про лайк, как всегда. Если хочешь новую серию. Да, если хочешь новую серию, не забывай про лайк. Не надо. Они сказали, ты умрешь, посмотрев эту кассету. Так. Что, на кассете? Ну да, это точно. Лучше не смотреть. О! Это круто. Где же мой друг Шу? Кто-нибудь видел моего друга Шу? Это кто такой? Я мог поклясться, что... О, вот он. А, ботинок. Привет, Шу. Как поживаешь? Классно выглядишь. Ну все, скрэп-трап смотрел, у него друзья ботинки. Это Харастикап? Нет, это Патрик. Аж Бон-Бону стыдно. Это Красти Краб? Нет, это Патрик.
Патрик Даун. Это Красти Краб? Нет, это Патрик. Я не Красти Краб. А, Патрик, это название ресторана. Так, это пиксельный спринтрап, да? По-моему, это уже было в каком-то выпуске. Или там был не пиксельный спринтрап. Так, залезай в костюм, чувак, он тебя спасет. О! Он же сейчас сдохнет, правильно? Фак показывает. Да, сзади пацан, смотри. Пацан сзади угорает. Опа. Чё-то пошло не так, да? Да выпендривался, называется. Угу. Сколько радости-то. Так. И пошел. И пошел вон-вон. Прям какой-то музыкальный выпуск. Нормально. Ища в дверь. Ну, блин, показали бы, как он об дверь-то шарахается. Ну, это сразу видно, Гаррис Мод. Глупый пес, все из-за тебя. Вообще ничего не понял, но очень интересно. О, это будет рэп батл? Ну-ка. Это не одно и то же, но я согласен. Что? Как он это сделал? Он гребаный маг-чародей! Он поменял цвет шляпы на фиолетовый! В смысле? А я так не умею, блин. Ладно, это было круто. Надеюсь, выпуск тебе понравился. Ты завёз лайки. И мы увидимся с тобой уже в следующих сериях. В общем, было реально круто посмотреть эти ролики. Они были угарные, смешные и даже музыкальные. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Всем удачи и всем пока!